Добрый день, друзья! Привет, братишки и сестренки! Сегодня будет первое такое видео, в таком можно назвать сериале, который, как бы его назвать так правильно? Ну, наверное, это будут секреты известных людей, звезд, там, фильмов, ну и вообще просто знаменитостей, те, которые использовали какие-то свои методы, какие-то секреты для того, чтобы стать богаче, там, для того, чтобы приумножить свои деньги. И сегодня мы начнем... Первая серия будет про всем известную Шарон Стоун. Это актриса, которая, ну, просто была в свое время очень скандально известна. И именно после роли в фильме «Основной инстинкт», она, как она говорит, она проснулась в одно утро и стала просто очень известная, знаменитая, и, естественно, у нее там сразу приумножились ее там и финансы, и все такое. Но самое главное, как она рассказывает, что именно не это, а то, что она инвестировала, и там один из ее знакомых обучил и подсказал один секрет, который мы будем сегодня рассматривать. Именно это привело к тому, что она даже в те моменты, когда у нее были проблемы там и с ролями, ее никто не хотел снимать, и там со здоровьем, но все равно у нее всегда были деньги, и она благодарна этому человеку, который ее научил, обучил этому секрету. И сегодня будем разбирать этот секрет. Но давай, дружище, все-таки посмотрим этот эпизод, который сделал ее там очень известной и, естественно, принес очень много денег. Но, опять же, основной секрет того, что она до сих пор там, у нее там миллионы, по-моему, даже, ну, сотни миллионов долларов на счету, и у нее есть именно пассивный доход, это все-таки не съемки в этом фильме, а то, что она грамотно применяла правила инвестира, которые будем мы сегодня разбирать. Но давай, дружище, посмотрим именно этот эпизод. Может, кто-то еще его не видел. Так, это именно допрос в фильме, ее детективы пытаются, она там играла, по-моему, убийцу, насколько я помню. Можно, конечно, еще раз посмотреть. Потому что этот, ну, очень известный эпизод, который вызвал очень много внимания, там, хейтеры, не хейтеры, но на тот момент, я не помню, какой это год, но тогда это было очень скандально, и... Критики просто разрывали ее, тем самым делая ее популярным и, естественно, увеличивая ее счет банковский, ее популярность. Но, друзья, давайте все-таки вернемся к тому способу, методу, который она использовала и который позволил ей в любые там трудные времена и нетрудные приумножать постоянно деньги, иметь деньги. Так, но перед этим, друзья, напоминаю, вчера буквально я снял видео, где разыгрываю для... своих рефералов, для своей команды 40 баксов, которые там я специально снимал видео, где выводил из проекта Bitex 40 баксов эти вывел, показал, как выводить людям, и решил их разыграть. Условия были такие: набрать 40, как только наберется под видео 40 пальцев вверх, лайков, разыграй видео. Что нужно для этого? Поставить, ну опять же, поставить лайк под видео, написать комментарий. Можно несколько комментариев, но много не надо. Все, чтобы было... Комментарии должны быть полезные, тематические, а не просто там я там участвую в конкурсе. Такие не будут учитываться. Осталось всего 3 лайка, и разыграем мы эти 40 долларов. Опять же, там решим, как там, одному человеку или нескольким, почитаем в комментариях, и отправлю я эти... эфиры там на кошелек или победителю, или нескольким победителям. Друзья, кто еще не участвовал, поучаствуйте, советую, посмотрите видео, там тоже интересное видео. Итак, возвращаемся к методике Шарон Стоун. Друзья, в чем заключается именно ее успех? В том, что она, ну, она стала просто как магнит для денег. Во-первых, ее обучил ее товарищ, который уже был там инвестором. А, да, еще интересный такой момент, друзья. Именно с 50 долларов она начинала, как она пишет, свои инвестиции. И, ну, хорошо там начала зарабатывать. Почему интересный факт? Потому что то же самое можно там в Байтексе, минималка там зайти на 50 долларов и тоже можно приумножить. Тут очень много будет... таких параллелей с Байтексом, и, ну, как бы, я, меня это и зацепило, когда я читал, я начал вспоминать проект Байтекс и понял, что очень много, как бы, похоже в этих инструментах. Во-первых, итак, возвращаемся к этому методу.
Ее научил друг всегда задавать себе вопрос, когда ты тратишь деньги, задавай себе вопрос, что с ними произойдет дальше. Ты получишь актив или пассив, то есть деньги от тебя уйдут и ничего как бы не останется, кроме там каких-нибудь шмоток, или там ты поел там что-нибудь такое, или ну, какие-то бестолковые вещи, которые не приумножат, ну, то есть ты их направил туда, где оттуда, ну, откуда они уже не вернутся. Или второй вариант, если ты взял и направил свои деньги и создал себе актив. Что такое актив? Актив это, например, она покупала акции тогда малоизвестных фирм, опять же, ну, как бы, компаний. То же самое аналогия с Байтексом, когда только, например, те же акции Apple люди зарабатывали там, ну, там сотни тоже там иксов и становились там, покупали их за копейки, и они со временем делали их просто миллионерами. То же самое она делала как бы и в отношении своих денег, которые она зарабатывала. Ну, опять же, она начинала, как она говорит, что вначале с $50 и постепенно увеличивала свои депозиты, покупала именно растущие активы. Ну, к растущим активам сейчас я могу отнести тот же самый Bitex, где, ну, они используют именно ту схему, ту методику, которая применялась и в BNB монетах, где там, ну, они, по-моему, 400 иксов сделали, то есть 400 раз увеличили доход тех, которые, ну, тех, кто покупал их в самом начале. Здесь то же самое, сейчас только начинается самая маленькая цена, и скоро будет выходить Bitex монета на биржу, и там очень возможен, ну, такой будет большой рост, как это было тоже, ну, в том же Binance и с теми же там акциями там Apple. Все это просто сделано намного грамотнее и намного более так, ну, во-первых, сейчас есть возможность зайти в самом начале, почему мы как бы своей командой, ну, нашей командой и зашли сюда, и именно в ожидании тех приумноженных средств, которые, в принципе, там 50 долларов можно как бы инвестировать и не бояться, что там даже если что-то пойдет не так, ну, ничего страшного. Но как бы возможность заработать там в сотни раз больше на этом, сделать там несколько тысяч долларов, а может даже там и десятков тысяч долларов с минимальной инвестицией, это я считаю круто. Плюс опять же у нас есть обучение, где можно дополнительно еще как бы получать доходы, там 6 доходов в этой бирже. Ну, это сейчас не важно, как бы не самое важное, мы продолжаем. То есть первое, нужно всегда, когда ты тратишь, определять, это активы или пассивы. Например, те же акции, те же вложения, инвестиции, они являются активами и могут приумножить и в дальнейшем приносить пассивный доход. А пассив это, ну, является то, что, там, например, ты купил себе какую-нибудь там одежду ненужную, сходил там с друзьями в кино посмотрел. И, в общем, такая хрень, после чего деньги к тебе уже не возвращаются. Это первое правило. Определять актив или пассив, куда ты направляешь свои деньги. Второе. Именно искать такие проекты, которые при минимальных вложениях с твоей точки, с твоей стороны, ты можешь максимально увеличить свой доход. То есть, сделать там больше, там, например, сотни иксов, там, несколько раз умножить свой доход, свою инвестицию. Например, Шарон Стоун использовала, она покупала акции американских компаний, которые считались тогда не очень известными, но у них был большой потенциал. То же самое, как бы, ну, сейчас нам покупать акции, как бы, во время кризиса тоже не особо, как бы, интересно, потому что непонятно будет там очередной виток кризиса или нет, а вот именно как бы компания Bitex в данном направлении мне очень понравилась, и нашей команде, и мы взяли ее именно как такой инструмент, который по аналогии с тем же там Apple, с тем же Binance, они имеют очень большой потенциал для роста. То есть вот два основных правила, которые как бы Шарон Стоун всегда применяла в отношении своих денег. Она большинство денег, которые она зарабатывала, которые оставались у нее после там, каких-то там покупок, там все, она старалась инвестировать и постоянно создавала для себя актив и инвестировала именно в те инструменты, которые высокодоходными считались, которые приносили ей потом там, ну, приумножали ее инвестиции, и что впоследствии дало возможность ей как бы, ну, особо там не зависеть от съемок в фильмах, там берут ее там на съемки, не берут, там какие-то проблемы, не проблемы там в экономике. У нее всегда был пассивный доход, который позволил ей просто нормально жить на эти деньги.
Так, друзья, основную суть я рассказал. Надеюсь, все понятно. У кого какие-то вопросы есть, заходите, комментарии пишите. Кому понравилось, ставьте лайки. Не забываем, под видео будет ссылка реферальная моя и на проект Bytex. Кто хочет зарабатывать, посмотрите мои видео по данному проекту. Я считаю, это один из самых перспективных проектов, поэтому как бы мы командой качаем. Опять же, под видео будет ссылка на наш чат, где вы сможете задать вопросы, пообщаться. Мы как бы всегда готовы помочь вам и подсказать, как правильно начать инвестировать. И опять же, не забывайте правила инвестирования, всегда их применяйте, и тогда вы будете зарабатывать денег там, ну я думаю, будем стараться не меньше, чем та же Шарон Стоун, а может даже и больше. Итак, друзья, на этом все, до новых встреч!